этому мемориалу. Они приходят каждый год. Для старшего сержанта Дмитрия Рузанова и его товарищей День Победы в 1945 году настал лишь 2 сентября. Сам Дмитрий Герасимович прошел почти всю войну, был артиллеристом. На Западе закончили войну с немцами, нас на восток, Монголии привели. Это 1945 год, июнь месяц. Ну, я попал в отдельный противотанковый дивизион 76-миллиметровых орудий. И 9 августа пошли наступление на Японию. Тогда и не верилось, что возвращение домой уже так близко. Меньше чем через месяц, 2 сентября 1945 года, Вторая мировая война была закончена. До сих пор нет точной цифры погибших в самой кровопролитной за всю историю человечества войне. По некоторым данным, погибли более 50 миллионов человек, солдат и мирного населения. Война охватила 73 государства. И память о том, чтобы сохранить в наших сердцах все то, что завоевано нашими отцами, матерями, старшими братьями, сестрами, очень и очень важна. Считаю, что долг каждого человека, каждого гражданина, это свято помнить и не забывать. К вечному огню на площади славы ветераны возложили венки. Память погибших почтили минутой молчания. Павел Баймаков, Константин Головин. События.